ДТП в Судогодском районе. Там перевернулся бензовоз. Благодаря грамотным действиям полиции и МЧС удалось избежать серьезных последствий. ЧП произошло около 2 часов дня между деревнями Мичурино и Смыково. По предварительным данным МВД, 55-летний водитель управлял бензовозом Mercedes-Benz с прицепом. Двигался в сторону трассы М7 и не справился с управлением при повороте. В результате бензовоз опрокинулся и съехал в кювет. При этом произошла утечка дизельного топлива из емкости. Речь может идти о 20 тоннах огнеопасной жидкости. К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства, в том числе от регионального МЧС. В ликвидации последствий ДТП участвовали 9 человек и 4 единицы техники. Чтобы не допустить возгорания большегруза, спасатели создали пенную завесу. Вот как 2 часа назад это происшествие нам прокомментировала пресс-служба полиции. В данном дорожно-транспортном происшествии никто из участников дорожного движения не пострадал. В настоящее время полицейскими осуществляется оцепление места происшествия. Сотрудники МЧС проводят мероприятия по предотвращению возгорания. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.